Музей истории Сочи начал комплектоваться с начала 20 века, но львиная доля экспонатов открывшейся выставки попала в фонды только за последние несколько лет. Как известно, в период олимпийской стройки работы у археологов, а раскопками занимались 300 специалистов, было хоть отбавляй. Только в прибрежном и горном кластерах найдено более 4000 предметов, относящихся к разным историческим эпохам, от палеолита до позднего средневековья. Это поселения, могильники, культовые комплексы, храмы, среди которых и византийский храм 7 века, уже названный европейским памятником. Здесь же сотни предметов историко-культурного наследия России. Это вооружение, ювелирное искусство, архитектурные детали крепостей. На открытии выставки «Сокровища древнего Сочи» в первую очередь пригласили местных экскурсоводов. Мы очень рады познакомиться с экспозицией этой выставки и будем рады знакомить с этой экспозицией наших гостей. Для того, чтобы люди пришли и посмотрели, что наш город не только санаторий, красивая растительность, но и очень древняя, интересная история. Выставка явно превзошла ожидания посетителей. Раскопки восполнили и некоторые пробелы в истории города. В период археологических изысканий стало известно, что Имеретинская бухта не всегда была заболоченной, а была густо заселенным местом. Еще одно открытие. Древнее население нынешней Имеретинки добывало соль. Здесь же найдена масса керамических осколков. На месте нынешних ледовых дворцов, отмечали археологи, земли было меньше, чем глиняных фрагментов. Эти тысячи экспонатов – далеко еще не все, что было найдено в период олимпийской стройки. Часть этих предметов находится сейчас в обработке, на реставрации. Археологи по окончании раскопок пишут отчеты и еще работают с этими предметами. И как только эти предметы поступят к нам в музей, начнется уже музейная камеральная обработка, начнется научное описание этих предметов. И мы, конечно же, представим наши экспозиции. Представлены в экспозиции сокровища древнего Сочи и случайные находки. Эти экспонаты здесь называют сокровищницей музея. Золотые браслеты, броши, кольца, серьги, бусы из янтаря и гагата. Вся эта россыпь найдена рабочими при строительстве пансионата в поселке Лао в 1960 году. Часть этих украшений находилась в сосуде с надписью на греческом языке «Радуйся, пока ты здесь». Как оказалось, это один из первых стеклянных сосудов, которые появились на Земле. Таких артефактов в мире существует 10. Для археологов это самый дорогой предмет из всех представленных на выставке. Сочинская земля, уверены специалисты, хранит еще много тайн. Раскопки продолжаются, поэтому и открытия еще впереди.